Акан Ялабык – популярный актер, признанная звена турецкого кинематографа, входит в десятку наиболее привлекательных артистов Турции. На родине известен не только своим участием в рейтинговых проектах, но и игрой на театральной сцене. Он не подвержен звездной болезни, а свою профессию любит за возможность реализации творческого потенциала. Акан Ялабык родился в декабре 1978 года в Стамбуле. Второй сын в семье, у него есть старший брат Азан, который позднее получил профессию режиссера-создателя видеоклипов. Что касается его личной жизни, то первой супругой звезды турецкого кинематографа стала актриса Ханде Сарал, но после двух лет совместной жизни в 2012 году пара тихо рассталась. Что стало причиной разрыва семейных уз, доподлинно никому не известно. Одни поклонники актера утверждают, что причиной развода оказалась огромная занятость двух известных артистов и плотные рабочие графики. Другие говорят, что отсутствие детей – главный камень, о который разбилась семейная лодка. После выхода на экраны сериала «Великолепный век» поклонники Акана и журналисты заговорили о якобы существующей романтической связи между Ялабыком и его партнершей по фильму Сельмой Эргич. Но оба артиста проверили наличие служебного романа, назвав это слухом. Одно время на страничке актрисы Филиз Ахмед был комментарий по поводу ее семейного статуса. Ее супругом там был указан Акан Ялабык. Сами актеры никак не комментировали данную информацию. Во время работы над образом из сериала «Великолепный век» Акан засветился в обществе 28-летней актрисы Ханде Дагандемир. Они не скрывали своего романа от репортеров, журналисты даже интересовались у исполнителя о дате намечающейся свадьбы. Но в 2015 году отношения актеров прекратились. Девушка так и не заняла вакантное место жены Акана. Сейчас личную жизнь актер предпочитает скрывать от общественности, но известно, что сердце его не свободно.